Канал ВО с Юлией Ковальчук. Добрый день, мои дорогие подписчики и зрители! Рада вас всех приветствовать на моей кухне. Сегодня я приготовлю вкусные, сочные и несложные в приготовлении пельмени-розочки в томатном соусе. Начинаю готовить. Для приготовления теста понадобится 250 грамм муки, 1 яйцо, 50 миллилитров воды и пол чайной ложки соли. Муку просеиваю через сито. В муку добавляю воду, яйцо, соль и замешиваю тесто. Накрываю емкость с тестом полотенцем и оставляю на 20-30 минут. Для приготовления начинки понадобится 300 грамм любого фарша, 1 луковица, соль, перец, зелень по вкусу. Лук и зелень мелко нарезаю. В фарш добавляю лук, петрушку, солю и перчу и хорошо перемешиваю. Для приготовления соуса понадобится по 2 луковицы и 2 помидора, 2 столовые ложки растительного масла, 50 мл воды, 1 столовая ложка томатной пасты, соль, перец, зелень по вкусу. Помидоры и лук нарезаю мелкими кубиками. Нарезаю мелко петрушку. В раскаленное масло в сковороде добавляю лук, помидоры, зелень, воду, томатную пасту, солю и перчу и хорошо перемешиваю. Тушу соус на медленном огне 15 минут. Раскатываю тесто в прямоугольный пласт толщиной 1 мм.
На тесто равномерным слоем выкладываю начинку и скатываю в рулет. Нарезаю рулет на кусочки шириной 3 сантиметра. Затем каждый кусочек защипаю снизу, получаются розочки. Выкладываю пельмени в сотейник и заливаю соусом. Варю под закрытой крышкой около 20 минут до готовности. Пельмени-розочки в томатном соусе – это ленивые пельмени, но это вкусно, аппетитно, сочно. Приготовьте и сытно накормите свою семью. Приятного вам аппетита, всего хорошего и доброго. До новых кулинарных встреч!